Видимо, написать адрес слишком просто. Должен же медальон что-то делать. Долго ты шел, щенок? Что это за место? Святилище. Здесь мы можем тренироваться, не боясь, что нас найдут. Мы же только что сбежали из клоаки. Это не клоака, это нервный центр. Через эти тоннели можно незаметно пробраться куда угодно. У нас глаза повсюду. Да ну? И что они видят в этой темноте? Разве не лучше, когда есть обзор? Это место служило нам верой и правдой 6 веков. Ага. И долго ты стоял в темноте и дожидался меня? Да нет. Гийом видел тебя с колокольни. А вы любите гостей? Шутить надумал? Нет же, правда, так драматично. Заткнись, мы пришли.
Пусть кандидат подойдет. Итак, к нам вернулся сын Шарля Дриана. Белек думал, ты не придешь. Почему передумал? Я устал бежать от своих ошибок. Мсье де Лассер, отец, я хочу все искупить. Смерть де Лассера тяготит тебя. Так? Но разве удар нанес ты? Неважно. Виноват все равно я. У него обостренное чувство вины. Вы полностью уверены? Да, уверен. Несмотря ни на что, он силен духом. Далеко пойдет. Хорошо. Из мрака ты идешь к свету. От света ты спускаешься во мрак. Готов ли ты следовать путем орла? Если имеется в виду, нужна ли мне помощь, да. Выпей. Что такое? Эй! С тобой, отец. Мужайся, сынок. Жди меня здесь. Я вернусь, когда эта стрелка укажет наверх. Отец! Ну и где этот мальчишка? Иди с тобой. Отец, я здесь! Я здесь! Нашла на полу, не раскрыта. Я не знал.
Вот и отец не знал. О боже! Он убил все дрозда! Когда поджилки не будут трястись, приходи! Ты годишься! Готов поспорить, вас послал с собой. Эти слова – завет наших предков. Ключ к пониманию нашего креда. Не обращай клинок против невинной. Прячься на виду. Никогда не подвергай риску братства. Никогда не забывай эти догмы. Следуй им, и тебе воздастся. Нарушай на свой риск. Встань, ассасин. Дориан умер. Он отрезан от мира. Его грехи и ошибки обращены во прах. Он рожден заново, посвященным братству ассасинов. Возвращением. Ну что, ты побыл в шкуре ассасина. Примешь бой, присоединишься к нам. Декан, загружай. Минуту. Файл мы получили из Абстерга месяц назад, и эти данные просто поразительны. Абы с кем таким не поделишься. Нажми play и вступишь в ряды ассасинов. Если хочешь остановить тамплиеров, если хочешь спасти человечество из лап Абстерга, нажми play. Приготовься и узнаешь всю правду. Отлично. Добро пожаловать, посвященный.
50-е годы 20 века ученые разработали модель тройной спирали человеческой ДНК. Пару лет спустя Уотсон и Крик развенчали эту теорию в пользу модели двойной спирали. Сегодня именно двойная спираль ДНК считается основой всего живого. Но почему же тогда теория тройной спирали так убедительна? Почему снимки Розалинд Франклин подтвердили ее? Оказывается, самые первые образцы были взяты из фрагментов ДНК предтеч, молекул ДНК древней расы, встроенных в наши гены. Теперь мы знаем, что тройные спирали ДНК — это основа генома предтеч. Розетский камень, только в генетике. Если прочесть его, если восстановить геном предтеч, нам откроются бесконечные знания. Технология Анимуса впервые даст нам прямой доступ к истории предтеч. Мы прочтем древние языки. Древние технологии, наконец, станут нашими. Представьте, как изменится мир, если мы, к примеру, научимся создавать частицы Эдема. Эти открытия превзойдут по значимости расщепление атома. В прошлом году мы нашли у донора ценнейший образец ДНК предтеч. Соотношение человеческих генов к генам предтеч у него уникальное — 25 к 1. С этого можно начинать работу. Наша цель — распутать тройную спираль, восстановить геном предтеч и изменить мир к лучшему навсегда. Приветствуем! Это проект «Феникс». Что ж, ситуация такова. Год назад в Абстерго попало тело человека, называемого мудрецом, с редкими генами и избытком древней ДНК. Начался поиск других мудрецов в настоящем и в прошлом. Чем больше их найдут, тем ближе Абстерго к своей цели. Мы помешали нескольким последним попыткам, но так просто Абстерго не остановится. Им нужно получить полный геном предтеч. Итак, почему Арно Дориан? Ассасин времен Французской революции. Похоже, в какой-то момент Арно встретился с мудрецом. Ты должен выяснить, где и когда именно. Если Арно видел смерть мудреца, это приведет Абстерго к его телу. А мы должны опередить их. Это твоя задача. Будет сложно. При работе с генетической памятью главное сохранить последовательность. Но мы верим, ты справишься. А еще... ты не один. Другие посвященные ассасины, как и ты, вносят свою лепту в наше дело. Если нужна помощь или тренировки, обратись к ним. Так. Следующая часть. Приветствую. У меня есть кое-что. Чем дольше ты находишься рядом с Арно, тем больше у нас данных для синхронизации и проверки его способностей. Вот, посмотри сюда.